Такие разные портреты. Полюбоваться выставкой позвали ивантеевских школьников. В фойе культурно-досугового центра «Первомайский» очередной вернисаж объединения «Объектив и природа». Темы, которые мы выбираем для наших выставок, они очень интересные, они красивые. Вы же любите смотреть наши фотографии, правда? Всего представлены работы 6 авторов, 5 из Ивантеевки. Также заочно в выставке принимает участие канадский фотохудожник Наталья Законова. Более 10 лет она творит за границей. Сегодня зрители всматриваются в лица и эмоции. Ребятам объясняют, какие бывают портреты и что создавать такие фотографии непросто. Требуется не только талант, но и знания. Алла Мещерякова делится воспоминаниями из своего детства о знакомстве с фотоаппаратом. Но чтобы быть фотографом, чтобы красивые фотографии снимать, надо быть хорошим человеком, надо сочинять, думать, рисовать, выбирать атмосферу. Поздравляют с открытием выставки организаторов сегодня ученики 5 и 8 школ, а также юные таланты хореографического ансамбля «Веснушки». В этом году ровно 15 лет с тех пор, как ансамбль носит это имя, а по факту «Веснушкам» уже 26 лет. Они работают в 6 школе, исполняют в этом году исполнилось 15 лет. Свои выступления дарят зрителям также учащиеся хореографического и театрального отделения школы искусств. Выставка «Такие разные портреты» будет работать в культурно-досуговом центре «Первомайский» до 11 марта.